Владимир Кличко и Хайден Паниттиери расстались летом 2018 года. Поначалу их общая дочь Кая Евдокия, которой на тот момент было 3 года, осталась с матерью. Но 28-летняя актриса вскоре завела новый роман с не самым положительным персонажем, никому неизвестным актером Брайаном Хикерсоном, которому у полиции есть немало вопросов. Поэтому Кличко решил забрать дочь у ее матери. Боксер отвез девочку в Киев, где живет его мама и, в основном, находится он сам. Кстати, Хейден не имеет претензий к бывшему возлюбленному. Как рассказал изданию Us Weekly источник из окружения актрисы, она и сама считает, что сейчас Кае не нужно жить с ней, сложившаяся жизненная ситуация не очень благоприятна для ребенка. Она давно не видела дочь. И это очень грустно, добавил инсайдер. Кличко и Паниттиери были вместе 7 лет. Владимир еще в первые годы отношений сделал предложение Хейден, но до свадьбы дело так и не дошло. Сперва они просто наслаждались обществом друг друга, потом актриса забеременела. Когда малышка родилась, было не до свадьбы, а потом отношения разладились. Спортсмен и актриса уверяют, что сумели расстаться друзьями. «Мы относимся друг к другу с уважением. Ранее я не оказывалась в такой ситуации, но уверена, что мы проделали по-настоящему хорошую работу», рассказывала актриса в интервью в январе 2019 года.